Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрировано 6 пожаров, на которых погиб один человек и один был травмирован. Повреждено 9 строений. Около 11 утра спасатели Светлогорского районного отдела ПЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома по улице Победы в деревне Язвин. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС уже произошло частичное обрушение кровли. По прибытию спасателей к месту вызова наблюдалось открытое горение деревянного жилого дома. Произошло частичное обрушение кровли. В ходе разборки строительных конструкций был обнаружен труп женщины 1931 года рождения, пенсионерки, хозяйки домовладения, которая проживала одна. Спустя 7 часов жидковические спасатели выехали по сообщению о пожаре в деревню Ветчинская Рудня. В момент возникновения пожара мужчина спал в состоянии алкогольного опьянения и проснулся от сильного задымления и температуры, после чего вышел самостоятельно на улицу еще до прибытия подразделения МЧС. Хозяин домовладения 1968 года рождения, проживавший в доме один, был осмотрен работниками скорой медицинской помощи. С ожогами обеих ног, спины, кистей рук, головы и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими зафиксированы за прошедшие сутки в Гомельской области. Водитель маршрутного такси, управляя автомобильным Volkswagen Crafter и двигаясь по улице Советской в районе остановки «Горэлектротранспорт», применил экстренное торможение. 65-летняя женщина-пассажир не удержалась и упала. Водителем автомобиля Volkswagen Crafter в лечебное учреждение была доставлена женщина, которая получила травмы при резком торможении водителя с целью избежания столкновения впереди стоящим транспортным средством. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Руслан Габрилев, благодарю за внимание. Смотрите далее спортивное обозрение и берегите себя.